Машу. Вот, ты что тут уже делаешь? Ты как это успел? Ну, наконец-то настоящий мужчина. Напрямик, правильно. Вот так вот. Вот так не испугался никаких трудностей. Главное, газу побольше. Толкаем. А то течением снесет. Так, мы застали интимный момент переодевания. Действительно. Для какой цели смена штанишек? Тут я смотрю. Путешествие. Путешествие в куда? В ту сторону. А, в ту сторону? А, это правильно. А что это вы такие довольны? Ну, в общем-то, не глубоко. Ну, Цой, давай, заново. История. Бревно попало в кузов, пробило кузов насквозь. Вот так. Ага. Вышло, уперлось в сиденье, порвало мне, ну, распороло мне бочину. При этом был трезвый, и окна были закрыты. Да. Безобразие. Бип-бип! Ну, поехали. Ой! Ой! Я что-то вперед куда-то падаю. А у меня штанишки тут не промокнут. Ой! Ой! Мокро как! Так, не так, догоняй, догоняй скорее, уйдет! Уйдет! Так, о, земля. Как обычно, дорога ни о чем. Взяли и проехали. Легко и просто. Убегаем, убегаем. Что он тут вообще делает? А мы тут бухаем. Да. Так, и мопеду скажите, чтобы не брызгал сильно. Мопеды вообще. Давайте, давайте, стараемся, стараемся. Давай, на тросик взялись. По-русски. Включи мопед-то. Чтобы перевернуть УАЗик, надо становиться с другой стороны. Нет? Похоже, кому-то здесь давным-давно не удалось проехать. Ну давайте, давайте интенсивнее. Итак, прилагаем еще... Газу больше, газу. Но усилие хоть какое-то. Газу надо. Я понимаю, ладно? Один был бы, вдвоем, ё-моё, мопед не вытащить. Но помогать некому, людей нету нифига вокруг. Ну что вы улыбаетесь, люди, так мы коммунизм не построим. О, Саняга, блядь, а будь сидеть здесь. Алло, бензин, а ты? Два дня и два вечера. Ну как ощущения от поездки? Интересно? Хорошо, зашибись. Ножки не намокли? Нет, но сука. Изоляция хорошая. Главное, форчку широко не открывать. О, все, пошло. Ну, раз тельняшку одел, значит, должен подъехать поближе чуть-чуть. Эдак плавно. Все, как ты сказал? Сколько радости от маленькой неудачи. Давай. Приятно видеть, когда группа поддержки так горячо болеет за участников. Посмотрим, уронят, не уронят. Экипаж драпает с тонущего корабля. Ну давай, давай, осталось совсем чуть-чуть, держись! Неужто заплывет? Едет то ли мопед, то ли машина. Все равно заставим ее ехать. Вот так надо аккуратненько слезать с камушка. Я что, запрыгнул? Ну ладно, молодец.
И напрямик, пацаны, поехали! Высадка экипажа. Вот это правильно. Как ощущения от поездки? Отлично. Весело? Очень. Ух ты! Аж булькает. Убегаем, убегаем. Даже фары не намочил. А депо все нипочем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Передай, включи! Или хотя бы понижайку включили бы. Чего вы так едете смело-то? А в нем нет понижайки? Илюшка, едешь? И кто этот с такой веревочкой пришел? Дальше уже выехали на сухое, пошла ерунда. В то время, когда все приличные джиперы развлекаются в колее и в броде, некоторые товарищи почему-то валяются и поглощают вкусную пищу. Приятно все-таки наблюдать, когда красивые девушки делают нашу работу мужественную, да? Вот просто смотришь, наслаждаешься этой красотой, этой грацией, как она тащит веревку. А интересно, если бы был бы просто стальной, то было бы интереснее наблюдать и веселее. Вот, с мокручкой, еще повторный, и начинаем обвязывать дерево. Ну, что такие довольные? А что мы довольны? Проехали, цветы разложили. Сережа? Да. А что, ты не знал, что это Сережа? Сережа мальчик хороший. А какой марки автомобиль-то? А, что-то импортное. Эвакуация эвакуатора. Да. Мопед выдержит. Опаньки, смотри-ка, что-то у мопеда селенок не хватает. Ох ты, разбразил. Так, газон обратно сделай ровно. Че газон попортил? Интересно, есть вызов врача в палатку? Утром, наверное, он нам понадобится. В это время шел брифинг, а мы добывали вкусную еду. О, пропустили открытие сезона, конечно. Скажи, извиняюсь, так получилось там. Благодарю, спасибо. А пропустил открытие сезона, потому что у него родилась дочка! Рогачев, Ленчик, Рогачев, Андрюха. А где они? А, все собираются. Вот же. А что ты один-то? А где ты? С кем ты? А с кем ты должен быть? Тема вам! Тихо. Осквернили, как положено. Осквернили, всю все. Мебель. Давайте туда их закатайте туда. Коробочка, прикройте. Туда их под самое. Давайте на место. Марина! Место. Марина. Ничего не сменим. Наши завсегдатаи. С праздничком, ребята. Заявлен, да? Вот тебе, пожалуйста, получи. Вчера прибежал к нам ночью, расскажу вам историю. Ребята, с праздничком. За активное участие в жизни клуба. Мы просто всех поздравляли, но тебя не было там с нами. А где ты был? Где? Дальше. Ну просто здесь написано «Скобарь». Где Скобарь? А кто это? А кто это? Что это за скромный парень? Вот. Наш верный. Ребята, с праздником! С праздником Великого Победы! Ура! Вот так вот выглядит правда жизни у нашей кухни. Как оно красиво, вкусно и как оно в жизни. А, у нас аптечка есть, мы не боимся ничего. Причем я вам скажу, что в условиях движения всего автомобиля не подготовлено для езды по асфальту. У меня даже шапка одета.
Мы проехали еще немножко, и только из света у нас есть зеркало заднего вида. Угадайте, каким образом мы сейчас управляем этим автомобилем. За рулем сидит мастер. Мы не будем говорить, что это за имя, но силуэт вы должны прекрасно узнать. То есть свет в бок, он прекрасно-прекрасно освещает наш путь. Давайте посмотрим в зеркало заднего вида. Нам прекрасно видно, что-то я повторяю слово «прекрасно». Нам очень хорошо видно, как сбоку едет, это самое, сбоку едут деревья мимо нас. Но непонятно, как вперед. Двигаться настоящий джипер не боятся никаких абсолютно трудностей. И едут просто спокойненько вперед. Надеюсь, вы видите, каким образом сейчас у нас осуществляется освещение дороги вперед. Позвольте вас на секунду отвлечь, с какой целью в час ночи вы занимаетесь всей эпидерсией? Как бы вам покультурнее сказать-то? Я так полагаю, это категория light? Конечно. То есть это самое легкое то, что у нас есть, и они как немножко подзастряли, да? Да, да. Да, а какие добрые слова есть в их адрес? Light? Да. В адрес лайта? Да, или организаторов, ну что-нибудь такое приятное для кого-нибудь. Оргипи. Так. Трассы ни о чем. Да. Лайт беспощаден. Это радует. Хорошо, когда... О! Какие там шумные слова. Берегите наши. Костик, слушай, мы вот приехали, уже стемнело. Что тут происходит? Здесь происходит. Здесь некая группа машин. Вот, у нас замечательный спонсор подошел сюда. Да, да. Ну, продолжай. Тоже здесь оказался случайно. Да. Ну, давайте, вас вот, тоже в кадр возьмем. Да. Вот. И, короче, ситуация такая, что мы приехали, нам позвонили. Ребята, говорят, спасайте, нужно просто немножко поддернуть. Но дело все в том, что мы просто ехали. И встали, вот здесь стоит Никосарик. Покажи, где стоит Никосарик. Да, я уже заглядывал, там весьма интересно. Вот. И потом нас вытянули. Оказывается, там ребята дальше, выборгские, и вот эти ребята, у них сгущенное молоко в двигателе, ага. Это раз. А у тех ребят клюшка оторвана от моста. Ну, это и мелочи. Вот, это мелочи. Но еще у нас сидит там Паджеро, и еще Нива не заводится, всего лишь-то. Но, слава богу, приехали ребята, друзья. И я думаю, сейчас мы выйдем, и все у нас будет хорошо. А вот у меня нескромный вопрос, почему там вот две машины стоят немножко в другую сторону движения? Они ехали спасать своих друзей. А, то есть все нормально, все процесс по плану, продолжается, да. Не просто так все они засели. Времени 12:59, ага. Поэтому я думаю, что, Мурыч, все будет хорошо. Категория, так понял, что это лайт. Это лайт, конечно. Да, как говорим. Всегда, легко и просто. Мы просто радуемся за друзей. За друзей, конечно. Мы же приехали сюда зачем? За получить... Массу удовольствия. Массу. Движуха. Последняя электричка. Тут. А почему эта машина едет беззвучно? Я что-то не понял. Это новая модель УАЗ. То есть УАЗик, он таки прогрессирует потихоньку, да? А тех еще? Тех чего? Андрюх? Да. Потеряй! А зачем обратно едем-то? Туда-вот, так сказать. То есть курсируем тут по этой точке туда-сюда, да? Типа того. Сколько еще рейсов осталось? Не знаю, насколько передка мне хватит приводов. То есть пока воля к победе у нас не кончится, мы будем двигаться вперед-назад. Она у нас не кончается. Просто так мы спать не ляжем. Удачи!